Добрый день, ребята! Я очень рада нашей встрече на уроке русского языка. Тема урока – правописание количественных и порядковых имен числительных. Сегодня мы узнаем о правописании количественных и порядковых имен числительных. Вспомним, с какой новой частью речи мы познакомились на прошлом уроке. Правильно, с именем числительным. На какой вопрос отвечают количественные имена числительные? Сколько? Какие вопросы задают к порядковым числительным? Который, какой? Прочитайте информацию о водопадах Казахстана. Найдите в тексте числа и назовите их словами. Водопады Казахстана. Медвежий водопад. Высота 30 метров. Водопады Горельника. Большой. Высота 20 метров. И малый. Высота 5 метров. Бутаковские водопады. Верхний. Высота 15 метров. И нижний. Высота 12 метров. Водопад Кокольский. Ширина потока 10 метров. Водопад Арасан. Ширина потока 6 метров. Проверим. 30, 20, 5, 15, 12, 10, 6. Сделаем вывод. У количественных имен числительных в форме именительного падежа может быть только один мягкий знак. В середине числительных 15, 16, 17, 18 и 19 мягкий знак не пишется. А теперь хитрое задание. Будьте внимательны. Раскроем скобки. Вставим, где нужно, мягкий знак и объясним свой выбор. К какому разряду относятся числительные в этих словосочетаниях? Порядковым или количественным? Шестнадцать цветов, 19 тетрадей, 18 зрителей, 25 учеников, 17 деревьев, 24 карандаша, 30 конфет, 15 дисков, 12 лягушек, 11 девочек, 13 кукушек, 14 мальчиков. Все словосочетания относятся к разряду количественных имен числительных, у которых в середине мягкий знак не пишется. Заменим числа именами числительными. Составим словосочетание, запишем в столбике по родам, обозначим окончание имен числительных. Проанализируем окончание имен числительных и определим, изменяются ли порядковые имена числительные по родам. Все ли количественные имена числительные изменяются по родам?
давайте проверим, что у вас получилось. Количественные числительные. 26 этажей. 26 страниц. 26 окон. Порядковые числительные. Мужской род. 26 этаж. Женский род. 26 страница. Средний род. 26 окно. Порядковые имена числительные изменяются по родам, а количественные не изменяются, кроме числительных 1, 2. Например, мужской род 1 троллейбус, 1 троллейбус. Женский род 1 программа, 1 программа. Средний род 1 шоссе, 1 шоссе. Тренинг, мои друзья. А теперь давайте поиграем. Мои друзья – все те числительные, у которых окончание «ый». Например, первый, четвертый, пятый, девятый, десятый, 21. Какие это числительные? Правильно, порядковые. Мои друзья – все те числительные, у которых нулевое окончание. 1, 5, 6, 15, 40. Какие это числительные? Количественные. Мои друзья – все те числительные, у которых окончание «ой». 2, 8, 6, 7. Какие это числительные? Верно, порядковые. Мои друзья – все те числительные, у которых окончание «о». Например, 100, 90. Какие это числительные? Количественные. Мои друзья – все те числительные, у которых окончание «а». Например, 300, 400. Какие это числительные? Правильно, ребята, количественные. Вы молодцы! А у нас небольшой тест. Выполним? Первое. На какие вопросы отвечает имя числительное? Правильно. Вариант В. Какой, сколько, который? Второе. Найдите словосочетание с числительным мужского рода. И вы верно подумали. Вариант Б. Третий по списку. Третий вопрос. В каких числительных мягкий знак пишется на конце? Совершенно верно. Вариант А. От 5 до 20 и 30. Подведем итог этого урока. Выучите наизусть правила в учебнике на странице 6, 7 и 8. Вот и подошел к концу урок. До свидания, ребята!